А у нас такая погода теплая стоит. Вчера должен был пройти сильный дождь, но я смотрю, он даже ничего и не налил, значит, не было. Мне вот этот половик надо стирать. У меня, как назло, ковид, наверное. Температура 40-39. Вот сейчас вот выпила порошок, который помогает на 12 часов. Немножко на солнышко вышло. Вода везде он стоит там. Пройти, что ли, немножко. Ломает все тело. Все болит. Так, бабочка летает. Вот она. Села. Бабочка-крапивница. Вытаила моя плетистая роза. Ой, я тут вообще сильно все растаяло. Надо же. Подснежники. Вытаили. Вот, 2 дня я не выходила, и снега мало осталось. Подснежнички цветут. Здесь-то давно уже цветут около дома. Ой. Земля такая мягкая, вся влажная. Вот видите, белые цветут. Здесь тюльпаны я в прошлом году сажала. Скоро розы обрезать буду. Черноту эту всю обрежу и погружу в тачку. Вот где оттаяло, сразу тюльпаны лезут. А в малине, да уж, когда растает, неизвестно. И здесь северная сторона. Да уж, все, пошла я домой. Подснежники или галантусы.
Здесь тоже они. И здесь кустик сирени деревца, и они под сиренью сидят, перезимовали. Это гвоздика турецкая перезимовала. Здесь я тоже была смородина, которая болела сильно, и я решила здесь посадить, что выкопали тюльпаны на этом кружке. Они еще здесь не все взошли. А здесь люпин проснулся не один. Вот он еще один проснулся. Два люпина. И почки на крыжовнике набухли. Какие огромные лужи везде. Под качелями. Это без дождя они такие. Вчера был дождь, но слабенький. А это от таяния снега. Вот. Лужки. Вон там он прямо в озеро. Ой, какое. Плетистая роза. Немножко зелени есть. Сантиметров на 70 веточки. Я их обрежу. А дальше черные, а которые вон там под снегом еще лежит. Она вся сохранилась, потому что под снегом.